И в Прикубанском районе прошли выборы депутатов муниципалитет сельского поселения. Некоторые избиратели воспользовались правом голосования на дому. С подробностями Али Баташев. Я решил проголосовать, потому что я хочу, чтобы наше село процветало. Таулан Казаков ожидал членов избирательной комиссии номер 182 у ворот собственного дома. Делегация прибыла в заранее согласованное время. Вся процедура голосования занимает считанные минуты. Бюллетень опускается в урну. Теперь остается ожидать результатов, говорит 18-летний избиратель. Второй раз голосую. Я уже знаю, как это проходит. И ты всегда вызываешь вот избирательную комиссию на дом? Да. Вследствие заболевания, да? Нет. Первый раз я был в школе. А так вот удобно, да, когда приходят в дом? Ну, честно говоря, да, так удобнее. Стук в дверь, на пороге ожидаемые гости. Лариса Байкулова заполняет бюллетень и опускает его в передвижной ящик. С этого момента голосование на дому считается состоявшимся. Выборы проходят тихо, спокойно, празднично. Ну, когда на дом приходят, удобно или нет? Конечно, это удобно. Очень удобно. В этом году повышенные требования к санитарным мерам безопасности касались каждого участника избирательного процесса. У нас все средства защиты есть. Нам предоставили территориальная избирательная комиссия. Мы через 2 часа убираем помещение. Также через 2 часа меняем маски. Также у нас через 2 часа перчатки меняем. В единственной школе села Холодно-Родниковская 182 избирательный участок. Измерение температуры на входе, выдача средств индивидуальной защиты – привычная обязательная процедура для каждого. Продолжительность голосования, метки для социальной дистанции, раздельный вход и выход на участок призваны исключить риск заражения коронавирусом и обеспечить гражданам возможность проголосовать. У нас выборы идут не только сегодня, третий день. И в течение 3 дней никаких жалоб не было со стороны избирателей и со стороны наблюдателей. Возможность голосования в течение 3 дней позволила исключить очереди на участках, отмечают члены избирательной комиссии. Уже за первые 2 дня выборов свои голоса за местных депутатов отдали 242 избирателя. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.